Дневной рубеж. Продолжаем говорить о главных событиях этого дня на Вестях ФМ, канале «Первое главное», ВКонтакте, Рутюб. Заходите, подписывайтесь, смотрите. И, конечно, мы обсуждаем события на Ближнем Востоке. Израиль, Палестина. Вашингтон-Пост задается вопросом, кто же все-таки победит в этой войне, когда в ней продолжают нагромождаться горы мертвых человеческих тел. И это не та страна, которая убьет больше людей, не та страна, которая разрушит больше домов, и даже не та страна, которая получит больше международной поддержки. Победит та страна, которая достигнет своих политических целей. Вопрос, конечно, кто какие цели преследует. Понятно, Хамасу предписывают цель остановить сближение Израиля с арабским миром, ну или даже уничтожение Израиля, потому что... Потому что если бы то, что случилось, ну какая его мотивация, как они это видят там на Западе, то Хамас утратил бы поддержку в арабском мире или существенной части арабского мира. Собственно, поэтому, по версии Запада, Хамасу потребовалась эта кровавая совершенная резня, жуткая, в приграничных районах. Цель Израиля — это нейтрализация Хамас, ну или уничтожение, как там прямо говорят, как главной проблемы, которая мешает решить палестинский вопрос. И те, и другие, по сути, хотят, чтобы других не было вообще, были только они. Но на самом деле у Хамас мотивов и целей несколько больше. Это уже объясняет Давар Арит-Перлов, научный сотрудник Института исследований национальной безопасности, в интервью израильским СМИ. Во-первых, конечно, одна из целей — это снятие осады с Газы, потому что осада — это такой гигантский концлагерь, в котором было заперто несколько миллионов человек, и никто никогда не обсуждал вопрос о том, что людей надо как-то вернуть в какое-то более-менее приемлемые условия существования. Кроме того, сейчас все говорят про заложников, похищенных Хамас, но ведь и для Хамас, и для палестинцев заключенные в израильских тюрьмах — это такие же заложники, которые содержатся в Израиле, и именно их освобождение и требовали те самые боевики и представители Хамас, и... Эти заложники, заключенные, накапливались в течение долгого времени в результате операций, которые проводил Израиль. Кроме того, вопрос еще и с мечетью Аль-Акса, священное место, одно из самых важных в исламе, расположенное в Иерусалиме, священное место, но оно, кроме того, священное еще, как мы прекрасно понимаем, для иудеев. И там, конечно, межрелигиозное противостояние очень тяжелое, потому что ни те, ни другие не хотят допускать туда представителей иной веры. Ну и, кроме того, это еще и регулярные нападения уже не экстремистов палестинских хамасовцев, а нападение израильских поселенцев на палестинские территории, на захваты палестинских территорий. В частности, в начале этого года было одно из таких нападений. И после кровавой резни, которую устроили хамасовцы в кибуцах, кадры публиковали, как поселенцы, те самые вооруженные израильские, стреляли и убивали палестинцев, безоружных причем, да, были такие кадры. И огромное количество, сотни палестинцев были убиты в результате операции израильской армии Цахала, не таких масштабных, как сейчас, но выездов, рейдов, которые проводили. И, конечно, тут, наверное, важно, что, как всегда, главным соучастником этой бойни готовы выступить США, потому что уже заявляют, что перенаправляют в Израиль снаряды, которые, возможно, ранее предназначались для Украины. Речь о 155-миллиметровых снарядов, которые должны прибыть для нужд Цахал. Ну, и это решение называют даже в каком-то степени мудрым, потому что это не та черная дыра, как Украина, где все пропадет, а будет потом, кстати, перепродано еще с высокой долей вероятности на Ближний Восток. Тут, конечно, интересен момент, каким образом Соединенным Штатам, по сути, удается вооружать сразу обе стороны, и израильскую сторону, и опосредованно ближневосточную, арабскую сторону, потому что оружие, которое попадало в руки в том числе экстремистских группировок на Ближнем Востоке, оно явно имело украинские следы, но, по крайней мере, Ян Гагин докладывал про расследование, которое проводили, и совершенно очевидно, что эти вооружения были с территории Украины поставлены, а Украину вооружают, все прекрасно понимаем, кто. Слушаем Яна Гагина. На этот предмет мы в свое время проводили расследование, это было год назад еще до этих событий. Мы проводили расследование, мы находили в Дакнете массу предложений, оферт на предмет продажи натовского оружия, поставленного в Украине. Там были и образцы, были фотографии, были видео, на которых были представлены образцы вооружений, которые уже были на фронте.
и они фотографировались как раз на фронте, то есть в боевых порядках, на окопах. Были образцы вооружений в палетах, которые были запечатаны еще в пленку, и они не видели фронта, они только-только приехали в Украину откуда-то из стран поставщиков. Там были и «Джавелины», там были и «НЛОУ», там были реактивные гранатометы разных систем, там были пулеметы, стрелковое оружие, ракеты, что угодно. И все это продавалось абсолютно кому угодно, кто просто заплатит деньги. И мы пошли немножко дальше, было проведено расследование, немножко дальше на Ближнем Востоке находили людей, которые покупали это оружие. Есть интервью, собственно говоря, есть на самом деле интервью представителей разных организаций на Ближнем Востоке, где они рассказывают, каким образом, у кого, когда они купили что-то. Купили, не собирались, а именно купили, приобрели. Ну, кстати, сегодня же вот в докладе Цахал этого не было, но сообщали, в том числе и представители армии обороны Израиля, о том, что один из танков израильских был подбит как раз из Птура во время вылазок вглубь сектора Газа. Один израильский солдат погиб, трое были ранены. Тоже результат, и не уточняли, правда, из какого вооружения. Возможно, конечно, это были старые советские РПГ, но кто знает, чем там подбивали. Но в итоге-то на самом деле мы наблюдаем то, что все происходящее, главный интересант происходящего, это, конечно, военно-промышленность. Комплекс, в первую очередь, американский, потому что завален он сейчас будет заказами, ведь и Украине надо что-то отдавать в плане оружия, теперь еще и Израилю, снаряды, снарядный голод, конвейер никогда не должен остановиться оружейный, хотя по факту все это ведет к глобальной катастрофе, это Джеффри Сакс уже говорил на канале Суди Наполитана. Профессор Сакс, как нам избежать Армагеддона? Мальчик, мы приближаемся к катастрофе, и я бы сказал, что это дрейф. Дуайт Д. Эйзенхауэр говорил 62 года назад. Это была его прощальная речь в январе 1961 года. И он уже тогда предупреждал нас о мощи военно-промышленного комплекса. Военно-промышленный комплекс определил внешнюю политику США, особенно начиная с 1990-х годов. Мы иногда называем это эпохой неоконсерваторов. Это была эпоха, когда США безостановочно применяли военные подходы, вели войны, проводили тайные операции по смене режима. Это привело нас к многочисленным горячим войнам, огромной глобальной нестабильности, бюджету, который тонет в долгах. Президент Байден только что попросил еще 100 миллиардов долларов в дополнение к этому бесконечному потоку расходов на вооруженные силы. И мне показалось, что его слова прозвучали как призыв к военно-промышленному комплексу. Ваши артиллерийские снаряды производятся в 12 штатах, включая Пенсильванию и Техас. В Аризоне производятся ракетные комплексы «Патриот». Очевидно, что это внешняя политика, проводимая военно-промышленным комплексом. Wall Street Journal только что опубликовала статью о том, что они ожидают бума. И я использую эту фразу, возможно, неразумно. Много взрывов над Газой, но много денег на счетах военных подрядчиков. С другой стороны, наша внешняя политика — это катастрофа. Президент Байден сказал, что мы являемся маяком для всего мира. Мир решительно выступает против того, за что сейчас выступают Соединенные Штаты. И если тебе нужны доказательства этого, то в последние дни в Совете Безопасности ООН было 14 голосов против одного. Когда остальные 14 членов Совета Безопасности ООН заявили, нам нужно прекращение огня и гуманитарная помощь. И Соединенные Штаты наложили на это вето. Ну, тут еще, наверное, важный вопрос, который Израиль себе не задает, принимая помощь от Соединенных Штатов, а кому, в принципе, американская помощь когда-либо помогала что-либо выиграть? Американская помощь обычно приводила к еще большему кровопролитию, еще большему убийству. Ну, хотя бы на Украину можно посмотреть, вот ей помогают уже довольно долгое время. И ни к чему хорошему эта помощь до сих пор не привела. Давайте послушаем профессора университета Миссисипи Джозефа Аткинса. То, что произошло, трагедия, которая произошла в Израиле, во многих отношениях является проявлением этой жесткой политики. И теперь у нас разразилась война, которая может перерасти в региональную войну.
США на словах выражают озабоченность по поводу палестинцев и так далее. Но где же дипломатия? Нема — это та же ситуация, что и в Украине. Здесь нет никакой дипломатии. Где именно? Что касается Ближнего Востока, то где же Джимми Картер? Если бы это было так, если бы ему не было почти 100 лет, я бы сказал, верните его обратно. Вы знаете, потому что, по крайней мере, тогда у нас была некоторая дипломатия, чтобы попытаться объединить две стороны. Мы могли бы подробно остановиться только на этом вопросе. Но и здесь мы сталкиваемся с давним наследием колониализма и империализма. Оно восходит к Первой мировой войне. Соединенные Штаты продолжили то, на чем остановилась Британия, когда она была так влиятельна на Ближнем Востоке. И британцы частично несут ответственность за нынешнюю ситуацию и обещают как арабам, так и палестинцам и мусульманам, а также израильтянам государственность и вселение надежд. И что же у тебя получилось в то время, это была своего рода колониальная система. Ну, в этой колониальной системе одни должны были обладать правом голоса, другие нет. Собственно, это тоже еще одна из причин, по которым произошло то, что произошло. Потому что в течение долгого времени Ирану вообще не давали никакого слова. Соответственно, Иран и наладил связи с Хамас. Палестинцев тоже никто особо не спрашивал. Почему-то в плане объекта сближения Израиля и арабского мира была выбрана Саудовская Аравия. Как результат, сейчас и эти усилия сорваны. В общем, все усилия, которые были, они, конечно, в кавычках усилия со стороны Соединенных Штатов, потому что дипломатия американская давно мертва, есть исключительно дипломатические подлости. Ну, пример — это поведение так называемых партнеров по отношению к другим партнерам. То сейчас вот на днях вспоминали про Герхарда Шрёдера, дал он интервью Берлинер Цайтунг, тоже наглядный пример того, как эта дипломатия выглядит, когда сорвали по американской указке переговоры те самые стамбульские, очередное доказательство уже со стороны Герхарда Шрёдера, что эти переговоры были сорваны исключительно по воле Соединенных Штатов. А Герхард Шрёдер, он, конечно, безусловно, один, наверное, из последних западных честных политиков. Путин, кстати, про него вспоминал тоже в эти выходные в беседе с Павлом Зарубиным. Фрагмент послушаем. Инструкции сейчас подвергаются не только современные политики, но и лидеры, которые раньше работали, раньше с вами сотрудничали. Шрёдер, например, переживает практически унижение. Там его отсаживают куда-то на важных мероприятиях, лишь бы не сидел рядом с канцлером Шольцем и не попал в один кадр с ним. Что касается сегодняшнего собеседника, господина Орбана, он относится к немногочисленной когорте европейских политиков, которые умеют отстаивать свои интересы. Делают это настойчиво, последовательно, на мой взгляд, вполне тактично. И у нас взгляды с ним далеко не всегда совпадают. Более того, мы часто находимся на разных платформах совершенно. Но это не мешает нам разговаривать и искать решения каких-то вопросов и каких-то проблем. Что касается бывшего канцлера Федеративной Республики Германии господина Шрёдера, вы сказали, его где-то отсаживают, куда-то стараются пересадить. Вы знаете, мы недавно видели безобразную выходку в канадском парламенте, где аплодировали нацисту. Так вот, я хочу сказать, чем дальше от Шрёдера, тем ближе к Энтону Роту, главе канадского парламента, который симпатизирует нацистам. И чтобы в Германии меня услышали, попробую сказать это даже по-немецки. Je weiter von Schröder, desto näher zu Anthony Roth. Да, нацистам симпатизируют. В Германии много порядочных людей. И уверен, многие это услышат. Ну, среди таких порядочных, безусловно, Герхард Шрёдер, хотя и он сам не без греха, мы сейчас успеем, наверное, дать фрагменты, это уже его высказывание о Путине. Несколько лет этому интервью, еще до начала специальной военной операции было, но уже после того, как Украина поехала Майданом, и началось там все вот это безумие. Давайте послушаем фрагмент Шрёдер в интервью о Путине. Господин Шрёдер, вы знаете Путина все-таки очень хорошо. Возможно, даже вы с ним друзья.
Понимаете ли вы сегодняшнюю ситуацию, его мысли, его идеи? Понимаете ли вы, что им движет сейчас? Я думаю, что я могу себе представить, что им движет, хотя у меня не было возможности с ним поговорить. Я был в Сочи, но мы оба были заняты. Это было еще до этих событий на Украине. Я думаю, что он заинтересован в том, чтобы консолидировать Россию, развивать экономику России, при этом сохранить ее большой и сильной, что он считает, что Россия на политической арене должна действовать на равных с Соединенными Штатами Америки, и что он, как человек, который думает с учетом истории, имеет определенный страх, что Россию могут окружить. Про окружение, да, это вполне понятные сейчас уже много раз озвученные и в России тезисы насчет окружения, насчет того, что Россия вынуждена была защищаться и обороняться, и в том числе и Путин не хотел, чтобы Россия попала в это окружение. Но тут еще важно, почему Шредер стал токсичным? Потому что он был честен, в первую очередь, наверное, с самим собой, когда все набрасывались с обвинениями в адрес России. Он напоминал и сам себе, возможно, что... Ну, какой европейский политик без греха сейчас? Послушайте. Но знаете ли, почему я осторожен с тем, чтобы грозить кому-то пальцем? Это я хочу вам именно в подобном мероприятии сказать. Потому что я это сам сделал. Что вы сделали? Нарушил международное право. Вы захватывали землю? Нет, я не захватывал землю. Там маленькую Бельгию. Позвольте мне все же сказать, о чем здесь действительно идет речь. Когда стоял вопрос, как будут развиваться события в Югославии, война в Косово, мы тогда наши самолеты, наши торнадо, послали в Сербию, и они вместе с НАТО бомбили независимое государство. Без согласия на это Совета Безопасности. Но минуточку. Без согласия Совета Безопасности. Это именно так и было. Один из моих предшественников это строго осудил. Хотя его мнение не сильно отличается от того, что делает ваша газета. Он это строго осудил. Гельмут Шмидт? Да, конечно. В свое время он сказал, что без согласия Совета Безопасности это делать нельзя. И формально он прав, но я все же чувствую вину. У меня и сейчас еще перед глазами колонны беженцев и то, что угрожало. Это так и есть. Но формально, без разрешения Совета Безопасности, вести военные действия было нарушением международного права. И точно так же, господин Йоффе, я слышал мало критики, когда так же было с Ираком. И это так и было. Я опасаюсь, и это не оправдание. Это должно только объяснить, почему я сам теперь немного осторожней, прежде чем грозить кому-то указательным пальцем. Потому что я эту ситуацию и те сложности, которые у меня были в моей собственной позиции, и которые у меня есть и сейчас, я их не забыл. Ну, тогда же, кстати, да, при Шредере были эти операции в Югославии, но он категорически против американской операции в Ираке уже выступил. Собственно, с этого и началось, видимо, его уход в агенты Кремля, ну, как его теперь там называют, да, потому что не отказался он исполнять волю Вашингтона. В итоге Шредер теперь в прошлом канцлер, нынешней Германии охотно исполняет все, что скажут в Вашингтоне. Ну и касательно объяснений, зачем все это было нужно, ведь говорили, что это такая гуманитарная, это гуманитарные бомбы бомбят Югославию. То же самое будут, кстати, говорить, наверное, и про погибших мирных палестинцев, что это все ради справедливости, ради защиты демократии. Также говорили про погибших на Донбассе. У Шредера, кстати, есть на это тоже ответ, успеем дать. Я бы тоже сказал, что у меня такое же мнение, если на это смотреть оттуда, где мы с вами сидим сейчас. Но вот такое же ли мнение у тех, кого это лично коснулось? Вот это совсем другой вопрос. Вы ссылаетесь на те же причины, на которые мы в свое время ссылались. Но я эти причины считаю недостаточными. И не нужно меня в этом обвинять. Причины, которые позволяют Западу объяснять кровопролитие, до сих пор позволяли объяснять, и все это срабатывало в отношении для достижения любых интересов, которые преследовал Вашингтон. На этом будем заканчивать. Дневной рубеж завершает свою работу. Напомню, что работаем на канале Первого Главного, ВКонтакте, Рутьюб, Угол зрения, скоро после нашего эфира. Дневной рубеж.